Продолжается утро, и мы пьем целебный чай, который вмещает в себя любовь и интуицию. И получается в сумме интуитивная любовь, которую нам запровадила Орлада, славянская ведическая культура. Чиз, чиз, ее. Воздравие, 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 воздравие. Многие лета всем нам. Вы не пили чай «Интуитивная любовь»? Вы опоздали. Но никогда не поздно. Никогда не опаздывает. Вот молодой. О, так вам тем более нужно. Вон стаканчик, вон там, возьмите, вон там стаканчик, видите, вон там стаканчики. И запросите интуицию и любовь, только что-то два. Опыт двое працювали. Вот такая у нас. Так, кто еще не выпил интуитивную любовь? Пока осталось. А тобі вже не потрібно, да? При гарному працюванні слідів не лишається. Та-да-да-да. Які у нас гарні дівчата. Все такі щасливі, все такі інтуїтивні, наповнені любов'ю, тому що п'ємо чай з інтуїтивною любов'ю. That's it, guys. І це Анахата Фест, guys. Хто ще не знає?